Привет, дорогие друзья! Вы на канале Милогин. Я уже на почте. Мы идем получать подарки в Toca Life World. Что же там будет, ребята? Сейчас узнаем. Здравствуйте! Можно получить мне мой подарок? Вот, пожалуйста, мой жетончик. Ребята, что же там будет? Как же я люблю получать подарки на почте. Нажимаем на кнопочку. И смотрим. Ребята, смотрите, какой чудесный подарочек. Какой он красивый, фиолетовый. Это что-то интересненькое и весь в звездочку. Круто. Давайте еще один получим. Еще один фиолетовый подарочек. И еще один, ребята, представляете, три подарка у нас сегодня. Интересно, интересно. Что же в них будет? Сейчас будем открывать. Но я не ожидала, что у нас будет целых три подарочка, ребята. Два вот таких красивых фиолетовых. И смотрите, там какие-то отверстия. Это значит, что будет что-то живое в этом подарочке. Давайте открывать. О, какая прелесть, ребята, смотрите. Это какой-то щеночек. У него на голове коробка, ушки виднеются. И у него зубки острые. Он похож на какого-то маленького вампирчика, если честно. Зубки такие остренькие. Смотрите, какой хорошенький. Ладно, давайте открывать еще одного милого малыша. Вот он какой! Два классных питомца в коробочках. А это, ребята, кто? Как вы думаете? Может быть, это какой-то зайчик? Это ушки торчат или лапки? Я так и не поняла. Ну хорошо, открываем третий подарок. О, это лампочка. Лампа в форме апельсина с листиком. Ну классные подарки, ребята, сегодня. Я обрадовалась, потому что такие милашки нам попались. Вот такими мимишные. Ребята, какие же они классные и прикольные. Бегите быстрее получать своих милых и прикольных вот таких симпатичных малышей. Ну и лампочка, конечно, очень классная. Еще одна лампочка в нашу коллекцию ламп в форме фруктов. И всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.